В 10 часов утра участники шествия, возглавляемого протоиереем Александром Брюховцом, двинулись от храма Всех Святых в сторону Дальней Пустынки с хоругвями и большими иконами Божьей Матери Скоропослушницы и преподобного Серафима Саровского. Сегодня престольный праздник нашего храма, храма в честь Всех Святых. И сегодня общецерковное торжество, как раз воспоминание памяти Всех Святых, которые просияли в церкви, которые угодили Богу. И престольный праздник – это всегда главное событие для приходской общины. Она сопровождается торжественным богослужением, усердными особенными молитвами. После Дальней Пустынки колонны верующих с молитвой обошли приходские храмы великомученика и целителя Пантелеймона, святого праведного Иова Многострадального и храм царственных страстотерпцев. У нас сложилась традиция, что мы крестным ходом с молитвой обходим весь город. Потому что в то время, когда эта традиция возникла, у нас был только один храм. А храм в честь Всех Святых. Других храмов не было. И чтобы, наша молитва покрывала весь город, чтобы, все горожане могли бы, принять участие, возникла эта традиция идти вокруг всего города. И до сих пор она продолжается. Федор Тимошкин вместе со своей дочерью участвует в крестном ходе, посвященном празднику Всех Святых, уже не первый раз. Каждый год они стараются проходить весь маршрут, несмотря на погодные условия. По словам Федора, для них это не просто шествие по центральным улицам города, а испытание силы веры. И вместе с этим возможность пережить невероятную радость от единения с другими прихожанами. Наверное, нужно пройти, потому что когда именно поучаствовать в этом процессе, и когда результат, он даже в течение крестного хода уже сначала думаешь, ой, я там не дойду, наверное, там, а потом раз, откуда-то силы появляются, и все получается, благодать как-то она действует. В крестном ходе приняли участие более 200 прихожан городских храмов, от маленьких детей до людей преклонного возраста. По ходу маршрута одни присоединялись к шествию, другие выбывали. К середине вечернего богослужения крестный ход вновь возвратился в храм Всех Святых. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.